Гейский, ребята, меня зовут Фаловиус, и сегодня, знаете ли, Шарик решил немножечко поискать сокровища, и, знаете, мы как бы их найдем. Так, нам еще тут нужно поискать наши монеточки, естественно. Так. И, опаньки, сейчас мы это все возьмем, ребята, и соберем. И вы обязательно поставьте лайки. И лайк я немножко тоже собираю, поэтому вы как бы их побольше поставьте, и все будет замечательно. Так, ну а мы катимся дальше. Так, левел 2, next, погнали. Так, второй уровень у нас получается вот таким вот уже. Так, тут у нас вот такой подъемный механизм, мы на него запрыгиваем. Запрыгиваем, говорю. Так, шестеренка, опа, и все. И погнали, и погнали, и погнали. Так. И вот так вот. Так, ну что же, что нам тут нужно? О, тут нам нужно, смотрите, пододвинуть этот вот штуковину эту. А ну-ка, сейчас мы пододвинем. Так, и запрыгнем вот сюда. Так, отличненько. И вот, погнали дальше. Так, уровень 3, вперед. Из песенка. Так, ну и тут у нас получается что? Что это такое? Опа, смотрите, ребята, новый вид квадрата. Он как бы с ножками, с ручками. Но это все-таки квадрат. Вот это да. Забавно выглядит. А ну-ка, пум! Да, получай! На! А, все, ребята, все, мы его победили. И это замечательно. Так. Что тут нас ждет? Ух тыха. Нас ждет. Опа! Ух тыха. Поднимаемся вверх. И. Опа. Смотрите, опять этот шипастый ходит тут. А ну-ка, опа! И все, победа. Так. Проезжаем. И next level нас ожидает. Так, и тут у нас, понимаете ли, такая вот дилемма. Тут нам нужно через шипы пройти. А как же их пройти, я не знаю. Вот, ребята, вот может подскажете мне в комментариях. Так, ну тут, видимо, прыгать нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно разгон как можно лучше. Есть! Мы это сделали. И мы идем далее. Так, ой-ой-ой-ой. Такая штука, смотрите, жесткая. А! Нет, мы вниз упали. Так, ну мы и вернулись. Так, опаньки. Так. Тут, смотрите, можно вот так вот на скорости пройти. Да, есть такое дельце. Прошли на мегами. Ой, что-то кида... Крот! Крот нас закидал камнями. Как так-то? Крот, зачем ты это сделал? Мы же тебе ничего... Ой, что-то мы уже совсем расслабились, ребята. Так, крот нас закидал камнями. Это было неожиданно. Так, ну сейчас мы с ним, как говорится, поговорим. Так, кротик, иди сюда. Нам как-то нужно его... Ну, быстро, наверное, нужно так. Бац! И все, крот нейтрализован. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, тут шипастик вот этот вот. Ну, такой он, конечно, неудобно тут ходит. Ну, получай, все. И следующий уровень. Так. Ну, тут у нас, конечно, да, монеток не так много было, но... Опа, кнопочка. Оу, мы нажимаем на кнопочку. Ждем, пока опустится штуковина. И вот таким вот образом забираемся на нее. Отличненько. Так. Нет, нужно было... да, зачем мы так сделали? Нужно же было подождать, пока приедет к нам вот эта вот штуковина. И будет все хорошо. Так. Хорошо. Теперь ждем ее, ребята, ждем. Так. Ну что, где наша карета подана? Опа. Так. Есть. Отлично, и... Ой, какая пропасть! Так, там опять крот. Ага, он даже сюда, смотрите, достает. Сюда мы не можем. Ну все, тогда к кроту нужно нам идти. А ну-ка, сейчас он стрельнет, да? И мы такие, хопа, и все, кротик обезврежен. И мы идем дальше в 6-й уровень. Ребята, все 3 звезды мы получили. А вы поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, потому что с вами был Фаловиус. Адиос, амигос!